Приветствую вас, друзья! В этом втором шаге мы познакомимся с вами с таким способом тасования, который называется Raffle Shuffle. Мы рассмотрим, как можно контролировать верхнюю и нижнюю карту при этом тасовании, и как можно красиво извлечь карту зрителя, используя это тасование. Итак, друзья, способ тасования колоды, который называется Raffle Shuffle на столе. Вы наверняка видели такие способы тасования не раз. Вот. И выполняется он, по сути, просто. Колода кладется на стол и снимается половина. То есть вот колоду положили, взяли примерно половину, положили рядом, так чтобы торцы были параллельны. Теперь указательными пальцами упираемся на рубашку. В рубашку верхних карт. Большие пальцы у нас лежат с этой стороны ближе к краю, а остальные пальцы с другой, с внешней стороны. Теперь мы чуть-чуть поворачиваем колоду, приподнимаем ее большими пальцами и начинаем большими пальцами чуть-чуть ослаблять каждую карту и тем самым даем им выскакивать по очереди. Далее выравниваем, вдвигаем колоду друг в друга и остается лишь ее подровнять. Для этого мы указательные пальцы кладем вот на эти вот внешние углы, а большие пальцы кладем вместе вот с этой стороны. И делаем такое вот движение скользящее. Как бы пальчики наши как бы соединяются. И в этот момент они выравнивают колоду. То есть еще раз. Делим, поворачиваем, пролистываем, повернули, вдвинули и выровняли.